Здравствуйте, друзья! Украина отметила очередной день независимости, и, конечно же, такой знаменательный день не могли не заметить в России. Все эфиры российских государственных телеканалов в этот день были посвящены исключительно Дню независимости. Причем российские телеведущие даже не пытались уже делать вид, что мы для них какой-то братский народ, что они испытывают к нам какие-то теплые чувства. Они просто бесновались в студиях, рассуждая о том, как бы нам День независимости посильнее испортить и как всех нас нужно именно в этот день разбомбить. Мы должны что-нибудь сделать такое для Украины, чтобы она не смогла отметить свой праздник. В Киеве 7 мостов, 2 пешеходных. Я бы поздравил, знаете как, 5 из них разбомбил, и все, операция бы закончилась сразу. Моментально. Вот этот мужчина, который сначала подобно какому-то злодею из мультфильма мечтает не дать украинцам отметить свой праздник, так знаете, а потом рассуждает о том, как было бы здорово разбомбить Киев, разнести все мосты, это российский телеведущий Александр Гордон. Да, у них тоже есть свой Гордон. Так вот, этот российский Гордон, например, недавно в интервью Дудю признавался, что является алкоголиком. Вы алкоголик? Ну, если считать по врачебным рекомендациям, то да, конечно, алкоголик. В общем, российское телевидение, как обычно, трудоустраивает самых лучших людей. Алкоголики, садисты, психопаты, девианты – всем найдется место. Что, в общем-то, неудивительно, потому что, очевидно, психически здоровый человек на российском телевидении работать просто не смог бы, потому что здоровый человек просто не вынесет этот вал безумного трэша, который льется с телеэкранов 24 часа в сутки. Что я сегодня первым делом сделал, когда полез в информационную ленту? Я искал какое сообщение? Удары. Наши ракеты удары. Ударили по Киеву. Вот. Я? Я. То есть на вас это тоже действует? Я проснулся сегодня в разных населениях. Правильно. С тем же ощущением и с тем же ожиданием. Ничего особенного, просто люди в московской студии, радостно улыбаясь, обсуждают удары по Киеву и массовые убийства украинцев. То есть вот на полном серьезе они радуются возможным убийствам ни в чем не повинных людей, которые им вообще ничего не сделали, которые на них не нападали, которые живут в своем городе, и вся их вина просто в том, что они не являются русскими или, по мнению вот этих всех людей, являются какими-то неправильными русскими. И вот эти люди считают, что за это, значит, нас всех нужно разбомбить, и они так радостно это все обсуждают, как будто они обсуждают футбольный матч или какой-то концерт. Являются ли эти люди психически здоровыми? Ну, очевидно, нет, потому что человек нормальный, он не будет обсуждать убийства ни в чем не повинных людей, бомбардировки какого-то чужого города в другой стране. Очевидно, что все это просто вот девианты с отклонениями, и именно вот такую атмосферу сегодня создает российская власть в стране, ну и, соответственно, российский телевизор. Я буду завтра просыпаться с этой мыслью, был ли удар или нет, потому что если наносить удар, то, конечно, не сегодня, а завтра. Не 23 февраля начинать спецоперацию, а 24-го, да? Ну, как, собственно, и был плюс-минус день. Так. То есть, если все ожидают удар сегодня, нанеси завтра, будет проще ударить. И проще достичь тех целей, которые от тебя ждут. Поэтому я надеюсь еще, что завтра будет удар. Ну, он надеется, понимаете? А потом этот добрый, прекрасный человек пойдет получать визу, ему визу не дадут, и он будет искренне возмущаться. Как же это так? Да что же это за русофобия? Что же это за нарушение прав русских? Почему не дают визы? Почему такое отношение? Впрочем, ругали в этот день не только Украину. Ненависти у российских экспертов, как известно, хватит на всех, поэтому помимо мечтаний о массовых убийствах украинцев, они еще и успевали щедро поливать грязью Запад. Европейские страны – это страны-изгои, моральные уроды. Европейские страны – это просто страны-изгои. Ну, не о чем с ними и говорить. Хорошо, что с Россией не так. Россия, наоборот, имеет множество авторитетных союзников. Тут и Северная Корея, и Иран, и Эритрея. Шольц, Драги, а посмотрите, Макрон, который заявил, что никакого компромисса, духа компромисса. Если бы это сказал Дуда, я еще понимаю, так сказать, но
Фактически уже разницы нет между Дудой и Макроном. И разницы действительно нет, потому что теперь-то все Россию действительно презирают одинаково. Блестящая победа российской дипломатии. Надо Лаврову орден дать. Драги такие вещи себе позволяет высказывать на крымской потому платформе. Потому что он уходит. Ну вообще просто. Потому что он... Италия с вами, мы до конца, Украина едина, верните территорию Украины. Ух, какие вещи он себе позволяет. Только послушайте, Украина едина, оккупированные территории надо вернуть. Как у него вообще язык повернулся такое сказать? Какой наглец. Вообще, он что делает? Он что говорит? Олаф Шольц это? Ну, что знаете, он себе позволяет? Деле... Олаф Шольц тоже взорвался совсем. Кстати, больше всего этих бесноватых впечатлила крымская платформа. Сразу видно, хорошее мероприятие. В чем опасность вот сейчас крымской платформы? Ведь фактически предпринимается попытка открыть еще один плацдарм, или как хотите, фронт, крымский фронт войны с Россией, ударить России в спину. Ох, подло-то как! Россия всего лишь оккупировала Крым, затем использовала его как плацдарм для нападения на Херсонскую область, и тут такой удар в спину. Кто мог этого ожидать вообще? Потому что то, что сейчас происходит на крымской платформе, ну, это действительно такая заявка обнулить все те победы, все заслуги России в середине 20 века. Я все никак не могу привыкнуть, что они несут все это всерьез. Вы только представьте себе просто интеллектуальный уровень зрителей, которые это смотрят. Правда, там в студии все-таки нашелся один эксперт с проблесками сознания, который стал о чем-то догадываться. Политические итоги для Российской Федерации абсолютная катастрофа. Вот просто совсем. Никто разговаривать не собирается. Из чего бы это действительно? Может, что-то не так сделали? Знаете, вот я считаю, что эти все эфиры обязательно надо сохранять, потому что у меня есть такое стойкое ощущение, что их потом удалят, их потом почистят и будут делать вид, что всего этого позора не было. Но нам обязательно нужно все это сохранить, потому что я убежден, что еще вылезут опять когда-нибудь люди, которые будут нам рассказывать про примирение, про братский народ там и так далее. И вот нужно просто вот эти все программы сохранить и показывать. Да, смотреть, показывать людям, показывать нашим детям, чтобы все знали, как вот эта атмосфера ненависти создавалась и нагнеталась, и чего стоят слова про братский народ. Что бы там Путин ни говорил, один народ, да, русские, украинцы, мы видим, какая концентрированная ненависть в России пропагандируется в отношении Украины и украинцев. И все это сознательная, целенаправленная государственная политика, на которую выделяются деньги. Обязательно поделитесь этим видео, вот такое надо распространять. Это обязательно нужно делать. И подпишитесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что происходит в Украине. В Харькове власти стали устанавливать специальные бетонные укрытия возле остановок общественного транспорта, где граждане могут безопасно ждать автобусы или троллейбусы. Вот такие ставят бетонные конструкции с толстыми стенами. Конечно, прямое попадание ракеты «Калибр» они не выдержат, но от осколков, от мин, от градов спасти вполне могут. Вы знаете, что российская армия хаотично, постоянно обстреливает Харьков. Это происходит каждый день погибают люди. И все, что можно сделать в данной ситуации, чтобы хоть как-то снизить вероятность поражения людей, это вот установка, в том числе вот каких-то таких конструкций, каких-то таких укрытий. Конечно, они не дают никакой стопроцентной гарантии, но, по крайней мере, кому-то это может помочь. Вот эти укрытия, они имеют сидячие места, в них может разместиться до 50 человек за один раз. Внутри есть специальное табло, которое показывает расписание транспорта, и видеокамеры, мониторы, которые показывают, что автобус подъехал к остановке, то есть когда можно из этого убежища людям выходить. И вот я посмотрел на эти фотографии, посмотрел этот сюжет, и у меня сразу же в голове возник вопрос. А как вы думаете, давайте вместе зададимся этим вопросом. Вот в Донецке, в Горловке, в Луганске, ну вот на том самом неподконтрольном Украине Донбассе, который по утверждению российской пропаганды Украина 8 лет обстреливает, как вы думаете, сколько там за 8 лет было построено вот таких вот подобных укрытий для мирных жителей? Ну, смотрите, российские власти же, они говорят, Украина 8 лет обстреливает Донецк, ай-яй-яй, страшное дело. Сколько за 8 лет они построили укрытий для мирных жителей? А знаете, какой ответ? А ноль.
Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.